Всем большой привет, меня зовут Лера, и сегодня я вам покажу, как я сделала вот такой вот вечерний макияж, который отлично подойдет на выпускной вечер, либо на какое-нибудь интересное мероприятие. Так что, если тебе интересно, обязательно оставайся со мной и не переключайся. Я уже убрала волосы, чтобы они нам не мешали никак. Также я нанесла тон, чтобы немножко сэкономить время. И обычными матовыми светло-коричневыми тенями я подвела немножко брови и растушевала. Вот такие вот они мне получились очень естественные. И никаких четких границ не должно быть. Ни в коем случае. Для начала я возьму пудру. У меня вот такая вот пудра от... Что она не открывается? От Essence. Вот такая вот обычная пудра, просто пальцем. И просто-напросто я немножко обезжирю и выровню цвет века. Дальше я беру нашу замечательную палетку, кстати, мною просто любимейшую палетку. Беру оттенок Romance. Это такой коричнево-гранатовый оттенок, который я буду наносить на внешний уголок глаза и растушевывать. Таким образом я сделаю небольшую дымку и вытяну глаз. Это я делаю с помощью пушистой, хорошо набитой кисти, которая очень хорошо и удобно будет растушевывать. И наношу на внешний уголок глаза. Хорошо растушевываю. Очень хорошо. Не должно быть никаких четких линий, четких границ. И немножечко протягиваю к виску. Таким образом мы немножко удлиняем наш глаз. Наносим этот же оттенок. Немножко вытягиваем, растушевываем на века. Дальше смотрите, что я делаю. Мне очень нравится наносить мокрым способом тени. Они так намного лучше ложатся, такие более кремовые, и они очень стойкие становятся. Я беру вот такой вот спрей от NovaSweet, витамины для лица. Это просто обычный спрей по типу термальной водички. Впрыскиваешь лицо, когда вам жарко, когда в поездках, там в аэропорту, знаете, когда кондиционер. Кондиционеры сушат, отличный вариант, чтобы освежиться и увлажнить свою кожу лица. Но я делаю вот так. Я сбрызгиваю и набираю тени под оттенком Velvet Rub и наношу на внешний уголок глаза, там, где у нас была растушевочная часть дымки, и наношу даже не сильно, получается, на уголок, а чуть-чуть отхожу. Просто посмотрите, какая бешеная пигментация получается, когда вот так на влажную кисть. Очень красиво. Внешний уголок глаза недостаточно темный, чем основной вот этот вот оттенок. Он немножко выделяется. Поэтому мы возьмем сейчас оттенок под названием Hold Me Tight. Он такой более темный. И мы просто-напросто затемним внешний уголок глаза. Хорошо, хорошо растушевываем, чтобы не было границ между оттенками. Чтобы были такие вот плавные переходы. И сейчас таким же влажным способом мы нанесем оттенок Love, розовое золото. Мы нанесем после баклажана нашего блестящего, но не до конца. Мы не доводим до внутреннего уголка глаз. Сейчас мы берем чистую кисть и таким же продолжаем влажным способом. Мы наносим оттенок Lingerie. Освежим взгляд и нанесем этот оттенок на внутренний уголок глаза. Не забываем о четких границах. Мы нанесли золото-розовый оттенок. Теперь на нижнее веко я наношу тот же оттенок, который я наносила на серединку. И я вот наношу его тоже влажным способом. И, конечно же, не забываем о растушевке. Вот что у нас выходит, но и это еще не все. Сейчас мы нанесем лайнером от Anastasia Beverly Hills стрелки. Я беру сейчас вот такой вот каял от Maybelline. Он очень хорошо подходит для слизистой. И подвожу слизистую. Проморгаю,
и наношу еще один слой. Ну и наконец-то мы сейчас нанесем тушь. У меня от Fabric тушь Volume Art, которая называется, которая мне безумно нравится. Она отлично удлиняет ресницы, разделяет их, не склеивает, и реснички получаются пышными. Эффект накладных ресниц. Уберем жирный блеск пудрой. С помощью пушистой и скошенной кистью я наношу бронзатор. Вот такой вот он у меня, немножко подуставший. От Evelyn, 52 оттенки. И наношу под скулы. Кстати, этот макияж отлично подойдет на выпускной вечер. Это такой себе вечерний, очень яркий, очень насыщенный макияж. Ведь прощай школа, можно все. Ну и, конечно же, наши губы мы не оставим без внимания. Нанесем такой спокойный оттенок, потому что у нас достаточно яркие глаза. И мы на них ставим акцент. Нанесем оттенок матовый, он больше такой муссовый. Блеск от Essence Velvet Matte в оттенке... У меня он в оттенке 06 Soft Nude. Нюдовый такой оттенок.